Нижегородские юнги примут участие во Всемирной танцевальной олимпиаде. Воспитанницы хореографической студии «Волна» Анастасии Хлевны и Арина Барышнева завоевали путевку на олимпиаду, выиграв чемпионат мира по спортивной хореографии с флагами, который прошел в Праге с 19 по 24 августа. Спортсменки стали лучшими в номинации «Flag Junior Duo Trio». Для того, чтобы выйти на этот уровень, потребовалось всего 4 года упорных тренировок. Помимо первого места, нижегородки заняли 4 место в номинации «Baton Junior Mini», а также 5, 8 и 9 место в других номинациях. Всего на счету обучающихся нижегородского детского речного парохода более 100 побед и призовых мест на различных соревнованиях, хореографических конкурсах, регатах и так далее. Это очень волнительно. Это, ну, ты когда выходишь на площадку, ты понимаешь, что ты должен показать себя, показать Россию, показать Нижний Новгород, показать своего руководителя. В ноябре мы поедем на «Авангард» на соревнования в Москву, а потом через год опять в Прагу. В мае у нас будет Всемирная танцевальная олимпиада, а так в Нижнем Новгороде будет проспект НН, «Дэнс-ринг». И разные такие. Было волнительно, когда мы сидели у экрана и ждали, когда назовут, какое у нас место. И когда показали на экране первое место, мы были в шоке просто. То, что мы занимаемся всего 4-й год, то, в общем-то, это прям огромный какой-то вот скачок, такой вот резкий прорыв, можно так сказать, что они победили на таком серьезном соревновании и заняли первое место в дуэтах. В общем-то, мы будем стараться дальше тоже работать. И будем, ну, я очень хочу, чтобы победили все, не только вот дуэт, который выиграл у нас первое место. В общем, будем работать, будем стараться. Горжусь нашим тренером Ириной Гольцевой, всеми, кто занимается здесь. И это просто такой, я считаю, прорыв в нашей деятельности. Достигли такого уровня. Ну, очень неожиданно, на самом деле. Хотя очень много работали, много старались, но вот победа реально неожиданная. Однозначно будем участвовать во всем спектре соревнований, которые проходят в России. И, естественно, будем уже стараться и за рубежом активно, более активно участвовать. У нас, в принципе, во всех направлениях есть такие прорывные проекты, которые сегодня участвуют уже на международном уровне и завоевывают первые места.